Здравствуйте, это главные новости в студии Сергей Сергеев. Смотрите в нашем выпуске. Железо 1,7, почти в два раза превышено. Желтенькая пошла. Крамчане жалуются на качество питьевой воды. 5 лет из кранов течет ржавчина. Когда решится проблема? Это работа с водителями, это работа с администрациями. Достижения и планы руководства Московской железной дороги подвело итоги 2019-го. В числе приглашенных на пресс-конференцию Первой областной о чем говорили? Сейчас, в эти дни, мы отдаем поставщикам денежные средства. В Новый год без долгов орловских школьников обеспечат питанием. Средства уже заложили в бюджет города. Сколько планируют потратить? Сказка получилась очень хорошая, веселые герои. Любовь растопила лед. Тургеневка презентовала сказку «12 месяцев». Известное и всенародно любимое произведение претерпело изменения. Что появилось нового? Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». 80% сетей Крамского водозабора нуждаются в замене. Об этом журналистам Первого областного рассказал глава Крамского района Иван Митин. Проблемы с качеством питьевой воды могут решить до 2024 года. Тем продолжит Виктория Юркова. В поселке Малая Колчева проблема с качеством питьевой воды коснулась каждого. Наиболее отчетливо ржавчину из-под крана крамчане стали наблюдать последние 5 лет, рассказывает Людмила. Потому что в воде превышено железо почти в два раза. Делали анализ. 3 раза приходили, мы делали анализ. Вот. И железо 1,7. Почти в 2 раза превышено железо. И по другим показателям тоже. Вода не соответствует нормам. Как питьевой. Примечательно, что у Крамской водозабор поют жители Орла. Правда, перед этим вода попадает на Орловскую станцию обезжелезивания и проходит многоступенчатую систему очистки. А в краны крамчан вода попадает без фильтрации. Для эксперимента Людмила прокипятила воду из-под крана. По цвету она напомнила зеленый чай. Жителям Знаменки сейчас позавидовали вот у них строительство? Я позавидовала, да. Вот сейчас у них вопрос хоть решился, да. Так что у них тоже ужасная вода. Вопрос решился у них. Да, а у нас нет. Кстати, вопрос с качеством питьевой воды у жителей Орловского района в следующем году решится благодаря федеральному проекту «Экология» и подпроекту «Чистая вода». В ноябре-декабре 2019-го «Орел-Водоканал» тянул новые сети – двухтрубные. Мы получим 2-й участок в обход Знаменки. Это позволит нам безболезненно ремонтировать участок по Знаменке водовода так, чтобы граждане даже не ощутили каких-либо перебоев с водой. В социальной сети руководитель департамента ТЭК ЖКХ и строительства Денис Блохин отметил, что у Крамского района есть все шансы попасть в федеральную программу до 2024 года. Сейчас занимаются разработкой ПСД. Виктория Юркова, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. В поселке Шахово столкнулись 2 автомобиля. ДТП произошло накануне днем на 398-м километре трассы М2 Крым. По данным ГИБДД, Hyundai не успел затормозить вовремя и врезался в Ниву. Водители не пострадали, чего не скажешь о машинах. Основной урон понес бампер Hyundai, превратившись в искореженный металл. Продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Партнер программы «Главные новости» – кредитный потребительский кооператив «Сберфонд Аврора». Мэрия до конца года закроет все долги по питанию школьников. Об этом на планерке в администрации Орла во вторник журналистам рассказал Александр Муромский. Долги муниципалитета поставщикам питания школ и детских садов. Но несмотря на дефицитный бюджет и большую кредиторскую задолженность, все же совместно с депутатами мы наметили план выхода из этой непростой ситуации. Сейчас, в эти дни, мы отдаем поставщикам денежные средства. Речь идет о сумме в 70 миллионов рублей. 15 из них пойдут на разблокировку счетов учреждений образования, оставшаяся часть суммы – на оплату поставщикам продуктов. Так что к следующему году задолженность, по словам Александра Муромского, будет закрыта полностью. Кстати, на прошедшей сессии городского совета затраты на школьное питание депутаты заложили в бюджет 2020 года. Сегодня финансовое управление нам доводит лимиты бюджетных обязательств управления образованием.
А мы параллельно доводим эти лимиты бюджетных обязательств по каждому образовательному учреждению, в том числе по школьному питанию, по каждой школе. На прошлой неделе, значит, мы проводили мониторинг вместе с директорами школ о том, настроены ли поставщики работать со школами в 2020 году. У меня есть письменное подтверждение от директоров школ, что да. Объем инвестиций в капитал региона превысил отметку в 50 миллиардов рублей. Подробности знает экономический обозреватель Первого областного Анастасия Гришина. Настя, здравствуй. С чем же связан столь высокий показатель? Привет, Сергей. Все благодаря созданию территории опережающего социально-экономического развития в Амценске и особой экономической зоны в Амценском районе. Также в регионе реализовались национальные проекты, которые затронули и бизнес-сферу. В 2019 году валовый региональный продукт превысит 230 миллиардов рублей. Это почти на 6% больше, чем в прошлом году. Цифры озвучил заместитель председателя правительства области по планированию экономики и финансов Вадим Тарасов на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства. Также он отметил, что за два года увеличился и доход региональной казны. В 2019 он составил почти 37 миллиардов рублей. В нашем регионе создали новый кластер. Развивать планируют легкую промышленность. Соглашение было подписано накануне между правительством Орловской области, фондом поддержки предпринимательства и компаниями, занимающимися текстильным производством. В кластер вошли 19 организаций. Помимо признанного флагмана Гаммы, у нас действует 222 предприятия, субъекта малого и среднего предпринимательства данной сферы. И важно, что в последнее время наблюдается положительная динамика роста объем отгруженных товаров текстильного и швейного производства Орловской области. Возглавил региональный кластер легкой промышленности бизнесмен Павел Чельтер. Орловская область заняла 78 место в рейтинге регионов по закредитованности населения. Исследование провело агентство РИА Рейтинг. Ключевой показатель – соотношение долга по кредитам к годовой зарплате на одного человека. В нашем регионе этот показатель составляет 67%. В среднем один орловчанин должен банкам без малого 201 тысячу рублей. Отмечу, что за год долговая нагрузка на одного человека на Орловщине выросла на 32 тысячи рублей. Виной всему сниженные процентные ставки потребительского кредитования, считают эксперты. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас знакомила Анастасия Гришина. Большая проектная мастерская открыла двери перед представителями общественности и жителями города в ОГУ имени Тургенева. В течение 2 часов более 15 команд обсуждали предложения для технического задания всероссийского конкурса на лучшую концепцию развития зоны Парка Победы и Дворянского гнезда. Напомним, конкурс был анонсирован в Московском отделении Союза архитекторов России 12 декабря. Как отметил руководитель департамента по проектам развития территории Орловской области Андрей Карпов, техническое задание должно содержать подробный план предполагаемого развития территорий. Сейчас мы боремся за то, чтобы каждый город получил возможность подготовить качественную заявку и привлечь, в общем-то, очень серьезные федеральные средства для своего развития. Подошел к концу конкурс «Мисс Орел-2019». Из 12 участниц строгому жюри предстояло выбрать лишь одну, на голове которой и засияет корона. В финале девушкам предстояло не только красиво продефилировать, но и продемонстрировать свои интеллектуальные способности. Как прошел конкурс и кто теперь носит гордое звание «Мисс Орел-2019» в сюжете Анастасии Гришиной. Конкурс, принесший кому-то взлеты, кому-то триумф, а кому-то, увы, горечь поражения. На протяжении всех этапов мы наблюдали, как девочки справляются со стрессом, в чем-то перебарывали себя и уверенно шли к финалу. Перед началом конкурса мы поинтересовались у девчонок, что же было все-таки самым тяжелым перед подготовкой к финалу. Ну и, как оказалось, самое тяжелое для них – это дефиле. А что для дефиле необходимо? Туфли. Ну что, туфли на мне? Попробуем. Что, на себе попробовала? Могу сказать, что дефиле действительно, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Какие эмоции испытывают девушки? Чего страшаться? Мне кажется, то, что для нас, для всех будет самое сложное, это интеллектуальный конкурс, потому что мы не знаем, что будет на нем. Могут быть вопросы как и по истории, так и по географии. В общем, мы не знаем, в общем, что будет. А мы волнуемся только, мне кажется, по этому поводу. Есть и новые моменты, которые отличают конкурс нынешнего года от всех предыдущих. Сегодня у нас финал конкурса «Мисс Орел». Он впервые проводится при поддержке правительства Орловской области.
Мы благодарны им за это. Сложные испытания и перед членами жюри, которые в этом году собрались из нескольких регионов нашей страны. И главный вопрос, который хочется им задать, как из лучших выбрать одну? Я была уже в гримерке у девушек, они очень сильно волнуются, но они все как на подбор, как и каждый год на Мисс Орел. И я даже не знаю, кого могу пока для себя выделить. Я буду обращать внимание на то, как они чувствуют себя, на их уверенность, на то, насколько они горят внутри. И это определит победительницу. И вот под шумоваться одна за другой выходит на суд жюри 12 конкурсанток. И всякая со своим шармом, с той самой изюминкой, которая когда-то зацепила на отборочном этапе. Несколько дефиле позади, и теперь самое интересное – интеллектуальный конкурс, о котором и беспокоилась Алиса Жутаева. Как оказалось, все не так страшно. Вопросы были больше философские, житейские, и с этим девушки справились достаточно легко. А что такое развиваться в творчестве, в твоем понимании? Я бы хотела рисовать. Посвятите себя рисованию полностью. Конкурс, как бы это ни было грустно, подошел к концу. А звание «Мисс Орел» по праву досталось лучшей. И стала ею Диана Куправа, студентка РАНХИКС. Анастасия Гришина, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной». Он не вернулся из боя, но вернулся домой. В Тростнянском районе в ходе вахты памяти 2019 обнаружены останки бойца Красной армии Семена Прокопьева, уроженца Курганской области. В Тростне останки солдата торжественно передали поисковикам для отправки на малую родину. За процессом наблюдал Сергей Прошкин. 1,5 миллиона человек полегло в боях на Орловщине в Великой Отечественной войне. Благодаря усилиям поисковых групп один из них возвращается домой. Имя героя – Семен Прокопьев. Родился в Курганской области, но пал смертью храбрых в 43-м году, защищая Орловщину от фашистов. Спустя 76 лет героя ждет дорога домой. За время работы проекта осуществлена доставка 157 бойцов и командиров РККА. 10 октября во время поисковых работ отряда «Гвардия» в Ломовецком сельском поселении металлоискатель Владимира Панкова наткнулся на саперную лопатку. Следом обнаружился и солдатский медальон. Так и нашли героя, рассказывает руководитель отряда. К сожалению, медальон оказался очень плохого качества. Мы не рискнули вскрывать его на месте и отдали в Москву на экспертизу. Вот. Экспертиза подтвердила, что медальон заполнен, и дала нам имя, фамилию, отчество солдата. Это оказался Прокопьев Семен Николаевич, 1919 года рождения, из Курганской области. Благодаря социальным сетям отыскали внучатого племянника Семена Прокопьева. Было принято решение о перезахоронении бойца в Курганской области. Как рассказывают поисковики, останки бойцов находятся часто. Но опознать человека бывает трудно, особенно без солдатского медальона. Было такое поверье, что заполнишь медальон, значит, все, убьют. Поэтому солдаты либо их не заполняли, и в 43-м году их просто отменили. За 2019 год усилиями поисковых групп области было найдено 812 солдат. Опознать по именам удалось меньше половины из них. Поисковики уверяют, работы еще много. Поиск пропавших бойцов будет продолжаться еще не одно десятилетие. Сергей Прошкин, Екатерина Федина, телеканал «Первый областной». Смоленск, Тула, Курск, Брянск, Орел. Региональные журналисты накануне отправились в столицу. Там прошла первая пресс-конференция нового начальника Московской железной дороги. В начале декабря Михаил Глазков вместе с коллегами из МЖД был с визитом в Орловской области. Виктор Юркова об инвестиционной программе и региональных итогах. 2019-й юбилейный для МЖД. В августе Московской железной дороги в ее нынешних границах исполнилось 60 лет. Но еще этот год запомнится масштабной инвестиционной программой. Она превысила 152 миллиарда рублей, что позволило отремонтировать 450 километров путей. Об этом журналистам на итоговой пресс-конференции рассказал начальник Московской железной дороги Михаил Олегович Глазков. Осуществляя 64% пассажирских перевозок российских железных дорог, мы при этом занимаем 7-е место по сети из 16 дорог по погрузке. По транзитному грузопотоку мы также находимся в лидирующей пятерке. Соответствуем, с гордостью отметил Михаил Глазков, добавив, что значительный вклад вносят и региональные транспортные узлы. В текущем году, к примеру, в Орловской области удалось снизить показатель аварийности на железнодорожных переездах.
Программа 2019 года, она полностью реализована. Если брать в количественных показателях, то в 2018 году у нас за год было 40 дорожно-транспортных происшествий. 2019 год на сегодняшнюю дату у нас 29 дорожно-транспортных происшествий. То есть снижение порядка 20%. Данных результатов, по словам начальника железной дороги, удалось добиться прежде всего за счет технического состояния переездов и за счет большой профилактической работы. Это работа с водителями, это работа с администрациями автотранспортных предприятий по поводу соблюдения правил дорожного движения. Еще одно направление – это видеофиксация. В 2020 году на Московской железной дороге продолжится работа по реализации проектов, направленных на повышение безопасности движения и расширение спектра услуг в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной». Орловская федерация парусного спорта тоже подвела итоги уходящего года. Отличившихся яхтсменов из числа воспитанников спортшколы Олимпийского резерва номер 10 наградили. Еще обсудили выездные регаты, в которых принимали участие орловчане. Что понравилось в их организации, что стоит перенять у строителей соревнований, например, из Геленджика. Какие сложности вызывали тамошние розы ветров и акватории и так далее. От теории перешли к практике, поделили всех на команды и объявили конкурс. Кто быстрее вооружит яхту и наоборот ее разукомплектует. Еще был конкурс вязания узлов. Потом перешли к творчеству. Надо было решить, что является символом уходящего года, исходя из парусной своей практики, и нарисовать его на досках, которые потом покроются лаком и останутся в Музее Федерации на память о 2019-м. Подарок, не помещающийся под елкой, труппа академического театра подготовила для зрителей новую зимнюю сказку «12 месяцев». Премьера спектакля прошла накануне. Это вторая режиссерская работа артистки Нелли Галченко. О том, как восприняли орловские школьники всем известные произведения Самуила Маршака на новый лад, расскажет Наталья Чунина. Один за другим орловские театры открывают череду праздничных мероприятий. К Новому году артисты начинают готовиться в начале декабря. По традиции, перед каждым предпраздничным показом спектакля зрителей ожидает интермедия под елью. Неизменный герой всех интермедий в этом году. Символ 2020-го в академическом театре. Вредный грызун стал главным антагонистом праздника. Он-то и отправил в ссылку завсегдатаев торжества Деда Мороза и Снегурочку. Я сейчас вашего Деда Мороза отправлю в Антарктиду! Согласно канонам сказки, в предновогодней интермедии добро вновь победило зло. Зрители уже в ожидании премьеры. Занавес открывается, знакомство зрителя с 12 месяцами начинается. Без новаторских подходов, придерживаясь традиции русского театра, 12 месяцев – новая постановка, которая объединила на сцене более 30 артистов, ставили по Маршаку. Богемская народная легенда, на основе которой Маршак написал эту пьесу. И мы придерживались места действия. У нас как раз звучат западнославянские мотивы, западнославянские элементы в костюмах. Мы работали в том направлении. Лес, изба и дворец – основные места действия сказки. Разница не только в объеме декорации, но и в цветовой палитре. Обогащает зимнюю историю экран в виде окна. Он-то и дополняет атмосферу и расширяет сценическое пространство. Костер у нас так и пышет. Ничего, я близко не подойду. Я в сторонке стану. Да чего огонь у вас легкий, да жаркий. Кстати, новое зимнее путешествие первые зрители оценили. Мне понравилась сказка, очень прикольная. Особенно про мороз, мне очень сильно понравилось. А мне понравилось, где заяц в конце ударяет апрель. Это было очень смешно. Апрель отворачивается и бам, и все. Сказка получилась очень хорошая, веселые герои, веселые персонажи в красивых нарядах. Праздничные интермедии в Академическом театре будут идти ежедневно до 29 декабря. Также новую постановку можно будет увидеть и в следующем году, 3 и 4 января. Наталья Чунина, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obl1.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104 FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. А на этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Привет, Маша. Я вот тоже договор оформила. Так я тебе уже 2 года назад говорила об этом. Молодец, верный выбор сделала. Теперь деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз. Ставка 11,7% годовых. Звоните 22 20 37. Предложение от КПК «Аврора». Сбережения под 11,7% годовых. Город Орел, Новосильский переулок 3. Телефон 8-48-62-30-34-60. 7 января в 12 часов Духовно-православный центр «Вятский Посад» приглашает на празднование Рождества Христова. Гостей ждет насыщенная программа. Катание на лошадях, мастер-классы, полевая кухня, праздничный концерт от лучших коллективов Орловского района. Вход свободный. Подробности по телефону 59-20-64. 59-20-64. «Алмаг Плюс» благодаря параметрам магнитного поля может уменьшить боль до 2 раз и погасить воспаление больного сустава. «Алмаг Плюс» – снизить накал боли. «Алмаг Плюс» в аптеках и магазинах медтехники. Орловскую жилищно-коммунальную управляющую компанию «Вавилон» на постоянную работу требуются штукатуры, маляры. Официальное трудоустройство. Оплата от 25 тысяч рублей в месяц. Телефон 760407. 760407. В связи с расширением производства швейному предприятию на постоянную работу требуются швеи и утюжищицы. График работы сменный. Заработная плата сдельная от 30 тысяч рублей. Оформление по Трудовому кодексу. Телефон 71-72-98. Новогодний елочный базар. Размеры от детских садов до офисов. Оригинальные подставки под елки. Низкие цены. Молдавская, 23, телефон 48-63-87. Мой бизнес бывает разным. Мой бизнес – это творчество и цифры. 7 января в 12 часов Духовно-православный центр «Вятский Посад» приглашает на празднование Рождества Христова. Гостей ждет насыщенная программа. Катание на лошадях, мастер-классы, полевая кухня, праздничный концерт от лучших коллективов Орловского района. Вход свободный. Подробности по телефону 59-20-64. 59-20-64. Генеральный партнер программы «Торговый центр Атолл» предлагает серию печенья гостиниц из Орловского края. Натуральный продукт ручной работы. Попробуйте, вам понравится. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. 25 декабря у крестьян было не принято работать. Свой дом в этот день защищали от нечисти. Для этого клали у порога топор острием вверх. Молодые люди на улице жгли костры, верили, что таким образом помогают солнце быстрее вернуться. По народным приметам пытались угадать погоду на 31 декабря. Солнечное предвещало солнце и в последний день года. А что у нас в этот день? В Амценске небольшие дожди и пасмурно. Плюс 3 днем, ночью плюс 1. В Ливнах тоже осадки в виде дождя и пасмурно. Температура плюс 2 днем, ночью плюс 1. В Волхове пасмурные дожди, плюс 3, ночью плюс 1. В Орле все так же пасмурные дожди. Днем плюс 3, ночью плюс 2. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 741 миллиметр ртутного столба. Это был прогноз на неприветливую среду. Оставайтесь с Первым областным.
Наши партнеры – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 11,25% годовых. Все сбережения застрахованы. Одеть всю семью сразу можно в магазине «Планета. Одежда. Обувь. Ваш любимый семейный магазин». ТМК «Грин. Крамское шоссе. 23. Цокольный этаж». Гипермаркет «Линия» на Карачевском шоссе. 74. Второй этаж. Улица Михалицына, 5. Пусть вам во всем улыбается удача. До свидания. Попробуйте наше печенье. Вам понравится. Привет, Маша. Я вот тоже договор оформила. Так я тебе уже 2 года назад говорила об этом. Молодец, верный выбор сделала. Теперь деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз. Ставка 11,25% годовых. Звоните 22-20-37. Быть сильным теперь в моде. Магазин «Планета. Одежда. Обувь» приглашает за покупками. Обновление товара 2 раза в неделю. Большой магазин низких цен. «Планета. Одежда. Обувь» – ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин. Крамское шоссе. 23. Цокольный этаж». Гипермаркет «Линия» на Карачевском шоссе. 74. Второй этаж. Улица Михалицына, дом 5. «Планета. Одежда. Обувь». Модно, не значит дорого.